и пальчики. Так, теперь, смотрите, подняли голову. Мы раскрыли частично в легкой скрутке верхний пояс. Теперь пальцы ставим в упор. И либо вариант, ну давайте мы степ-бай-степ, облегченные варианты, а потом попробуем. Значит, смотрите, вы попытайтесь максимально мягко подпрыгнуть ногами к рукам. Смотрите, пожалуйста, вот вы пытаетесь зависнуть, залавитировать. Оп. И поставили. Вот как можно дольше зависнуть. И попробуйте понять, что вы как бы вот становитесь на очень мягкую такую поверхность, да, как индейцы там ходили по в своих мокасинах по лесу, чтобы их никто не услышал. Еще раз. Оп. Стали, подпрыгнули. Но теперь попробуйте подпрыгнуть хотя бы на линию ладони. Раз. И поставили. Тихонько поставили. На прямых руках. Прыгайте на прямых руках. Желательно на пальцах. Мягенько. Оп. Ставим очень мягко. А потом... Хорошо. И теперь уже пробуйте, кто смог до линии рук, либо поставить ноги за ладони, вот так. Либо уже пронести ноги вперед, если они уже становятся у вас за ладонями, то, соответственно, ноги пронести вперед, задержать себя и мягко посадить ягодицы на пол. То есть вот вы стали. Зарядили пружинку и опустили. Таз. Попытайтесь. Один, вот три таких подхода осуществить. Ошибка. Сразу ноги группируй. Ноги не в стороны, потому что у тебя ноги коленями упираются в локти. А ноги группировка. То есть именно постановка ног под первично перед, посередине и потом группировка. Вот хотя бы вот на такой уровень. Как только у вас ноги будут становиться минимально за ладонями, то у вас будет потенциал их потом в полете выпрямить и опустить таз. То есть вот пятки выпрямляются. Если пятки стоят на уровне ладони, все, уже ноги проносите вперед элементарно. Есть.